Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! И гости моего канала. У нас сегодня выходной, и мы сегодня ждем гостей. Поэтому Сереженька с утра рано утречком проснулся, сбегал в магазин. Съездил. Я не видела. Он говорит, что он не бежал, он съездил. Мы ему поверим. Так, купил мяско. Уже начал его разделывать и купил куриных бедрышек. Мы сегодня сделаем шашлычок и стейки из бедрышек, да? Что у нас еще там? Сосисочки мы купили. Сосиски, да. Ну и все, да. Ну там пару салатиков, дыньки, арбузики, там пару тортиков быстреньких, таких легких мы хотим сделать. Я хочу сделать. Ну и все. Вот. Вот сейчас начинаем вот заниматься. С утра пораньше. Да. Погода у нас, надеемся, будет хорошей. Мы не уверены. Хотя дождь вот обещали, вот я не знаю, когда вот он будет. Вроде как до 2 часов. Это вчера было. Потому а что... где мой нож? Там. Так. Так, вот я тебе чашечку. Вот это выкинуть, да? Да, это выкинуть. Да. Вот сюда, наверное, будешь бедрышки ложить. Готовы, да? Ну да, стейки уже. А там руку, пожалуйста, нет самое, да? Я вам с ножиком, с острым. Ребят, мы с Ляшек снимаем вот такие шкурки. Я их потом пережариваю на электрогриле. И перетапливаю, точнее. И у нас есть вкусные, хрустящие шкварочки и жир. А? Так. Это вкусняшки будут. Это будут вкусняшки, за которых дерутся все. Даже моя младшая дочка их любит. Вот. Ну, а я сейчас быстро займусь мяском. Мясо маринуем самым-самым простым способом. Это соль, перец, ну, классический лук, чуть-чуть воды и все. А то лето заканчивается, да, Сереж? Ну, мы делали, но еще что-то захотели. Напоследок. Как раз тут это самое, скидка была на куриные бедрышки и тут на мясо. Это, в принципе, свинина у нас в одном магазине 5,55 килограмм. Это шейная часть. А в другом у нас 5,99, да, или что такое. Ну, 40 центов это, в общем, разница. Да, но там, который на 40 центов дороже, она была без костей. А тут с костями было, да? Ну, где там без костей, там их уже не было. Я 8:30 был в магазине, их там только пустые прилавки уже были. 8:30 это у нас раннее утро с Сережей, потому что выходной. Мы вчера заехали в магазин, а там такая капустка лежит, такая свежая-свежая, цветная капуста, такая свежая, прям маленькая, конечно, еще, но так она просила, чтобы мы ее купили, поэтому мы ее купили. Я вчера уже ее сделала, ее салатик такой с цветной капустой, нам он очень нравится, особенно моим племянницам, и я иногда в этот салатик забываю положить семечки. Их надо чуть обжарить, и семечки. И мои племяшки говорят: тетя, где семечки? Мы его любим только из-за семечек. Поэтому я и запомнила, думаю, самое главное — семечки не забыть. Тоже очень простенький салатик. Там надо вот эту капусту, короче, надо быстренько ее разобрать по соцветиям. Ну, если она такая уставшая, подвявшая, ее можно в водичку с лимонной кислотой положить там на часик-два, сколько там, чтобы она постояла. И все, и потом натираю морковочку,
чесночок и приправка есть такая для салатиков специальная. Ну или просто укропчик, немножко кислоты и все такое положить. И да, чесночок я сказала. Все перемешать и оставить вот так часа на 4, можно на ночь. А уже потом там можно добавить, кто как любит. Или на сметане, или сметана с майонезом. Ну, кто любит майонез, пожалуйста, майонезом. Еще вкуснее. И все. Можно маслом растительным сделать. И уже перед подачей семечки обжаренные посыпать. Это очень вкусно. Очень-очень. Да, Сереж? Да. Сережа подтвердил. Мы еще сегодня картошечку. Сереж, сейчас почистишь картошечку. Пускай она стоит, чтобы уже готовая была. И да, лук. Вот сейчас это доделаешь. Лук, картошку. Картошку может и Юля почистить. Ну, в общем, как-то так. Все, сейчас мы быстренько этим всем займемся. Быстро все замаринуем, оставим. Ну и посмотрим, что мы еще. А, я потом тортиком займусь. А я потом грилить нужно. Тебе 5 минут отдохнуть? Да, да. А потом это, ну как отдохнуть? Это как ты называешь? Дай, подай, принеси и не мешай. В общем, вот так у нас как-то происходит всегда, да? Можешь отдохнуть, а потом Сереж то, Сереж это, Сереж это. И вообще незаменимый мой помощник. Все, мы делаем, а потом подключимся. Я уже лучок мариную с укропчиком, немножечко соли, сейчас, ой, сахар. Можно взять лук с этого, с мяса, но мне почему-то больше нравится, когда я его отдельно нарезаю. Сейчас укропчик, соль, перец. И все, помешаю и пускай постоит. А еще добавляю, так, сейчас немножечко. Я люблю добавлять просто обыкновенный уксус. У меня есть яблочный, но что-то я вот не дружу с яблочным уксусом. Мне больше нравится такой. Сейчас я разбавлю с водой. Твой яблочный уксус. Залью. И все, и пускай он маринуется. Будет очень-очень вкусно. Так. Обычно я пакетик еще добавляю, который для салатов. Но что-то я его уже везде попихала. У меня его нет. Тот, который я люблю. У меня есть, но другие. Я не хочу такие. Все. Пускай маринуется. Решила курицу переложить. Вот такие стейки Сережа сделал. Вот. Мы сейчас их... Сейчас я их переложу. Просто это большая чашка. И займусь тортиками. Юлечка мне тут уже картошечку чистит, да, дочь? Угу. Дочь, знаешь, я чего думаю? Я хотела сделать 2 тортика. А потом думаю, может, я их переверну и сделаю с фруктовой начинкой. Вот теперь думаю, 2 или 1? 2 или 1? Я вообще хотела 1 сделать с черникой, 2 сделать, вот у меня есть замороженная ягода, клубника. А потом что-то я так... Ну, я очень часто, кстати, когда готовлю, у меня очень часто меняются планы. Вот я думаю, в этой будет лучше. Кстати, я гири сделала, дочь, как ты любишь. Гири твой, пакетик высыпала, как ты любишь, будет с гири. А это можно помыть. Куриные, которые вы с яшками. Да. Вот это. Что, не любишь так? Не хочешь такое? Я не люблю такое. Ну, там есть шашлык, там есть, да? Еще стейки свиные, да. Вкусно.
Это, в принципе, больше папе и Нелли. А, тетя Нелли тоже придет. Так она и придет, а потом еще наши придут. А я думала, только тетя Ира, санитые и так приедут. Но тетя Ира все равно приедет. Ну да, конечно. Все, пускай это все маринуется, а я займусь тортиком. Если он разговаривал, он сегодня даже учителей работает. Ну ничего страшного, приедет, мы все равно раньше не сядем. Так, хочу еще замариновать грибы. Я их сейчас быстренько замариную, тоже в маленькую, наверное. У нас такие грибочки хорошие были по скидке. Ты все? Это мало, Юль, еще надо. Хотела сказать, что Лен сказал, что если ему опять хорошо станет, он чуть-чуть заболел, у него горло болит, сверкает, чихает. А это и нету короны? Сейчас корону позовет. В этом, в пакетике просто в красном, то, что мы в Латвии были, когда покупали, ее возьми. Это маленькую? Да. Смазать хочу сейчас немножечко мои коржи. Тут это вот повидло, которое я варила. Сейчас смажу. А потом уже положу кремушек. Одной рукой неудобно. Тогда отключаюсь. А Сережа у нас уже шашлычки жарит. Такая красота. Всех подразним, да, Сереж? Как это будет аппетитненько, вкусненько. У нас еще вот тут мяско есть. Такое. Потом еще ляжки. Бедрышки какие-то. Ляшечки. Сосисочки будут такие еще. Мясо там тебе еще лежит, да? Да, еще мяско. Сколько примерно еще шампуров будет? Тут мы уже салатики приготовили с Юлечкой. Это у нас баклажанчиков. Тут рулетик сделали. Это я вчера рулетик делала вечером уже. На ночь, можно сказать. Салат с цветной капусточки. Тут уже грибочки я замариновала. Ну и овощи сейчас пойдут в духовку уже. А пока дожариваются шашлычочки наши, Юлечка уже нам сделала стол. Ой, посмотрите, какие у меня тут цветочки. Красивые. Сейчас расцветут полностью, будет вообще шикарно. У нас даже пару ягод еще поспело. Мы обобрали ее, а уже еще пару ягод доспевают черники. И Юлечка наша уже стол начала готовить. Вот такой красивый у нас будет стол. У нас тут вот вкусняшки-вкусняшки есть. Салатики-салатики. Сейчас как налопаемся. А потом что будем делать, Серёж? А потом побежим это жир сгонять, да? Да. Сначала надо с палками, с ножками. Что, не откроешь? Да что-то никак она... А там уже, ребят, ой, сейчас подгляну, что у Сережи тут уже готово. Ой, как вкусно. Там тоже шашлычки, а там ничего нету. Там ничего еще, рано еще. Больно-то быстро. Надо еще курицу надо принести, что-то я ее тут не вижу. А ты ее не принесла, ты мне обещала, до сих пор не принесла. Иду за курицей. Ой, кстати, ребят, что-то забыла тортик заснять. У меня батарейка села на камере, и вот... Вот такой у нас скромный тортик. Легкий, быстрый, самое главное, вкусный. Ой, все, грибочки наши готовы, вот такие хорошие. Овощи у нас уже приготовились, все, гости уже тоже пришли.
Картошечка аппетитная. И все, мы сейчас садимся за стол и мы кушаем. Дорогие друзья, кому понравилось наше видео, не забываем ставить пальчики вверх и подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч, а нам приятного аппетита!